парке Лапса активно ведутся работы по благоустройству. Глава Люберец Владимир Ружицкий лично проверил ход ремонта. Парк Лапса издавна любим местными жителями. Именно они большинством голосов выбрали его на портале «Добродел» для благоустройства. В конечном итоге мы с жителями согласовали и предпроектное решение, и проект. И, конечно, немножко затянули в силу разных причин. Ну и парк небольшой, мы говорим, что это парк, но здесь порядка 4 гектара земли, но он находится в таком хорошем месте, там Милина, рядышком станция, такая проходная зона. На сегодняшний день земляные работы закончены на 90%. На следующей неделе завершат укладку плитки и бордюрного камня. Наступление зимы, уверяют строители, не помешает облагораживанию парка. Я думаю, что в каждом поселении должны быть места, где люди могли спокойно отдохнуть, погулять с колясками. Здесь предусмотрена у нас зона отдыха для детей, спортивная зона, теннисный стол. А еще современный скейт-парк, оборудованная площадка для занятий воркаутом. Лавочки, фонари и клумбы также установят в парке имени Героя Советского Союза Анатолия Лапса. Завершение ремонтных работ планируется на 15 декабря. Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.